Провести сев качественно и в оптимальные сроки. Такая задача поставлена перед аграриями Гродненщины председателем облисполкома Владимиром Кравцовым на совещании по подготовке сельскохозяйственных организаций области к весенним полевым работам, которая проводилась в Лиде и в работе которого приняли участие министр сельского хозяйства Леонид Заяц и помощник президента Беларуси, инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. На мероприятии были приглашены руководители всех районов Приемания, их заместители, курирующие аграрный сектор, специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов, руководители сельхозорганизаций и предприятий, связанных с агропромышленным комплексом. Внимание собравшихся было обращено на готовность техники к работе в поле. До 26 марта вся она должна пройти технический осмотр. Обсуждалась обеспеченность хозяйств Гродненщины семенами, удобрениями и средствами химической защиты, а также топливом. Рассматривался и кадровый вопрос. Как было подчеркнуто, важно создать надлежащие условия для работы аграриев, позаботиться о технике безопасности, организовать для них двухразовое питание. Только с учетом всех перечисленных моментов можно будет справиться с посевной кампанией без сбоев. Массовый сев зерновых и зернобобовых культур на Гродненщине начнется в первых числах апреля. Сегодня подвели уже итог той работы, которую мы проводили еще с прошлого года, готовясь к весенним полевым работам. В общем-то, мы видим, что погодные условия сегодня уже позволяют выходить в поле, и многие хозяйства уже приступили ко всем видам весенних полевых работ. В частности, сейчас производится подкормка минеральными удобрениями и трав, и, так сказать, готовится почва уже под сев. И, в принципе, южные районы уже приступили к севу. У нас уже на сегодняшний день более 1500 гектар посеяно. Сегодня мы еще раз посмотрели на готовность сельскохозяйственной техники, на обеспеченность семенами, значит, на возможности по приобретению топлива, по обеспеченности механизаторскими кадрами. То есть вот этот самый круг первоочередных вопросов, которые будут существенным образом влиять на то, чтобы нам в апреле месяце качественно в оптимальные сроки провести вот эти все работы. Ну и весенний день, он, как говорят, год кормит. Поэтому от того, как мы проведем вот эти все работы и посевную, будет зависеть, конечно, и результат работы всей аграрной отрасли в 2019 году. Мы сегодня констатируем так, что в целом по области у нас проделана хорошая работа и по минеральным удобрениям, по заготовке, по обеспеченности семенами, значит, подготовкой техники, но это в среднем по области. А есть у нас регионы и отдельные хозяйства, где, конечно, еще требуется много усилий предложить, чтобы вот в оставшиеся тут буквально неделю, дней 10 поправить ситуацию. И такие у нас есть регионы, и мы сегодня их заслушали и давали конкретные поручения для того, чтобы подтянуть. Весна в этом году теплая, и это аграрии должны учитывать при внесении минеральных удобрений и средств защиты. А в особенностях ранневесеннего ухода за озимыми зерновыми и рапсом участникам совещания рассказали представители Национальной академии наук Беларуси.